Привет, мамулечка. Доброе утро. Не хотела тебя будить, думаю, пускай спит, детей отправили в школу. Как у тебя дела? Чего это ты замешиваешь? Араек захотела, хачапури гаджарский, думаю, с утра сделаем. Пока еще дети в школе придут, уже готово будет. Так что сегодня мы кофе уже выпили с Армена. И это самое. Сейчас делаем тесто гаджарский хачапури. У меня есть в ленте, если кто хочет для внуков сделать или для себя тоже любимый, сделайте. Тесто у меня скоро закончу. И потом все покажу, дорогие мои. Ага. Все делаю. Потихонечку тесто добавляю. Муки добавляю на тесто, чтоб сильно не было. Желаем вам всем хороший день, хорошее настроение. Погода у нас хорошая. А еще вчера мне девочки пишут: тетя Руся, очень мало разговариваешь. С утра поздороваешься и все, теряешься. А что целый день с вами разговариваете? У меня же семья. То, что нужно, я вам все показываю. То, что главное нужно для вас. Даю вам силу, иммунитет, а даю вам, как называется, энергия даю. А вечером уже у меня энергии нет. Я все даю вам, что вы тоже готовили. День просто так не проходит. Каждый день что-то у нас в мысли идет. Живем и вот так продолжаем и готовить. А вообще-то не хотели мучное готовить. Но видишь, дети же не терпят, говорят: бабуля, что-то у нас сладкое нету. А может быть, еще и готов напечем, посмотрим. Потом холодильник открывает, закрывает, ничего сладкого нету. Вот так, не делаешь, просит, делаешь, много стоит. Так что желаем вам тоже такой энергии хорошей, печь для себя, для семьи, для мужа любимый, почему для свекруха, для всех. И радоваться в этом жизни. Сейчас зима, как раз и мы готовим. А лето всегда гуляем. То море, то туда, то сюда, некогда готовить. А сейчас дома даже стыдно, чтобы не готовить. Желаю вам хороший день, хорошая энергия. Потом, если у нас все получится хорошо, конечно, я вам все покажу. А если не получается, я молчу. Люблю вас, я с вами. Смотри, какая тесто, сеточка получается. Шикарно. Замешиваем с любовью, дорогие мои. Сейчас скажете: тетя Руся, почему ты здесь делаешь тесто? Здесь яма, а я-то маленькая, мне очень удобно. А на большом, а мне немножко, вот руки как будто наверх подняли. А здесь мне очень удобно. Играю как хочу. Смотрите, какое тесто. Красотулечка. Играет. Смотрите. Тесто уже у меня готово. Сейчас надо, чтобы она обихала. Иисус Христос. Все. Захотели холодить. В чем проблема? Достал, открыл холодильник, а у нас все есть. Сейчас посмотрим, как она красивая или нет. А, нет, подожди, свет. Вот так. Ой, красота какая. А какая блеск. Вот такая. Да-да-да-да. Пожалуйста. Армянский. Армянский настоящий холодец. Какой российский производство. Ну, сделала армянские руки. Красота какая. Сейчас будем показать. Я же... Вот арменчик уже не терпит. Хочу показать. Я жир все снимала, смотрите, красота какая. Вай, чутовый. Вкусно, Арменчик? Видишь, как классно. Дома должен быть все. Каждый минут сердце что-то хочется. Холодильник открыла, все есть. Соль нормальная, Армен? Самое главное. Все нормально. Нормально? Шеф нормальный. Kanchume mari ari yar boyid merne chez galis mukh
Ахад Мари Асанчане. Канчумей Мари Ари Яр Боид Мерне. Чезгалис Цухад Мари Асанчане. Посмотрите, какая у меня тесто, девочки мои. Смотрите, какая она ниточная, шикарная, какая красивая. Хочется петь, хочется танцевать, когда у тебя все хорошо и все получается. Так что давайте со мной все готовим, девочки мои. Сегодня я готовлю хаджарский хачапури. А теперь посмотрите, какая у меня тесто. Смотрите. Сейчас мы будем делать шарики и будем дать отдохнуть. Даже здесь ничего я не пользовалась. Смотрите. Вот так света хватит. Небольшой, да, делаем. Угу. Смотрите. Даже не перекасаюсь. И у меня получалось 9 штук. Я думаю, нам хватит. Сейчас дети придут. И у нас будет чуть-чуть она немножко постоит, чтобы она была не тугая, а хрустящая, нежная, такая шикарная. Сейчас мы накроем 10 минут, через 10 минут начнем печь. Сейчас мы так закроем, чтобы они у нас не посохли. Шикарно. Какое тесто прям, она и легенькая, и вообще, смотрите, какая красота, смотрите. Прям хочется, смотришь, и прям хочется сырой есть. Сейчас делаем хачапури. Вот его, если даешь отдыхать, она еще подсушная получается, понимаете? Чуть-чуть берем муки. Вот так берем красиво. Сейчас открываем. Чуть-чуть делаем тоненький. Ничего, ни каталог не нужно. Смотрите, какая тесто. Смотрите. Послушная. Какая, а какие волдыристы, смотри, Свет. Хорошо открываем, смотрите. Стараемся меньше муки пользоваться. Так, берем ложечку. Серединочка. От души делаем. Здесь у меня 3 вида сыра. Сулугуни, моцарелла и то, что было в холодильнике. Российские всяких сыров. Что было? Ну, чтобы они были разные. Бабские еще чуть-чуть, чтобы она была разная. Смотрите, я вот от души делаю. Вот, смотрите. И вот так начинаем закрывать. Смотрите, как быстро липнет. Вот, смотрите. Это оставляем и отсюда начинаем. Вот так. Смотрите, какая красивая она у нас получается. И начинаем вот так делать, пока вот чуть-чуть оставляем. Как в виде лодочки. Это моя свекруха сделала. И я до сих пор делаю. Смотрите, какая красивая. Раньше я очень большие делала. Легкая-легкая. Видите, какая классная. Свистит. Классно. Такое воздушное. Воздушное, легкое. Красота, красота. Чуть-чуть открыли. Для яиц. Все, пошла в духовку. Вот смотри, какие они красивые. Даже ничего не мазала. Шикарно сейчас поднимает тесто. Просто бомбическое. Как кто-то говорит, да? Как всегда у меня сыр течет из-за того, что сделаем все болгу. Это второй партия уже. Вот масло вставляем, горячее, чтобы она потаяла. Вот, открываем. Ох, какая хрустящая. Я вот так люблю. Когда мацу нам делаю, она мягкая. Вот так. Вот такая хрустящая.
и масло. Пока тудим-судим, масло сейчас будет таять. Вот так, красота. Вот так, два штука хватит. Вот, дорогие, первая партия у нас уже готова, и как раз и все дети успели, пришли. А вот это мы сейчас будем пиццу готовить. Так что, дорогие мои, готовьтесь любовью. Дети пришли? Ой, как классно. И вовремя я успела, бабушка, как всегда. Раек, у тебя хачапури готов. Будешь? Да. Хоть, мой родной, вот и все. Готовьтесь любовью. А это мы оставим, сделаем пиццу. Мы передумали. Посмотрите, вторая партия. Прям пампушечки, пампушечки. Слова нету. Как надо, так и выходит. А сейчас у нас идет подготовление пиццы. Что для пиццы нужно? Что есть дома? Раз, два, три, четыре, все, и все. Вот у нас такая. И не мучаю. Да, а здесь мы наберем сейчас все то, что нужно для пиццы. Вторая партия. Надеюсь, нам оставить с тобой. Или все съедят, дети. Вкуснятина, почему бы нет? Смотри. Ой, 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 красота какая. Сначала майонез, наша томат, который я готовила. Смотрите, я думаю, хватит. Сейчас будем размешать и разложить. Смотрите, как красиво. Начнем с колбасами. Вот такой красивый. Вот колбаса. Ну, хватит. Так, дальше идет у нас красный помидорчик. У нас уже томат есть. Сильно тоже кисленький не люблю. Но сочный это хорошо. Угу. Так, можно было маленький делать и побольше. Ну, так интересно. Красный перец. Вот так несколько штук вот так кинем. И вот для хачапури, который мы сделали, можно и вот так сделать сыр шикарный. Ну, сейчас красавица будет у нас, дети. Сегодня уже готовить ничего не будем. Вот такое вкуснятина сейчас будет. Пожалуйста. А это секрет. Будете спросить? Расскажу. Первая пицца пошла, дорогие мои. Здесь уже пицца тоже готова. Ой, какая красота! Аромат. Просто аромат весь. Сегодня уже точно готовить не будем, да, Свет? Угу. Вот видите, какая чистенькая. Когда делаем вот такой, сейчас остынет вообще, уберу, да и все. А теперь другое. Не успели оформлять. Вот и все, дорогие мои. Это еще будем готовить. А давайте этот раз сделаем внутри сыр. Свет чуть-чуть по-разному.